Где будем держать с вами, Дмитрий задает вопрос, связь? Связь держится раз в месяц. Приходит вам на почту уведомление о том, что я покупаю, приходит презентация, что покупаю, краткое обоснование, почему покупаю. Раз в год, соответственно, подводим итоги, выстраиваем стратегию и, может быть, нивелируем инфляционную составляющую, если она вдруг будет высокой. И в случае, если происходят какие-то турбулентные ситуации, как в марте, да, то есть люди волновались, переживали, то есть кто-то начал позже, у них были убытки, соответственно, я просто даю определенный комментарий, то есть это не является моим обязательством с моей стороны, да, это просто вопрос клиентского сервиса, то есть чтобы люди не оставались наедине с собой, когда какие-то сложные вещи происходят на рынке, я, конечно же, включаюсь, объясняю, что происходит, и мою реакцию, то есть что я делаю по этому поводу.